Салам алейкум, Дустар, с вами Альтер. Вы находитесь на канале Чегера. Вот это реакция на сериал «Игрок». Новый сериал Салем Social Media. Режиссером-постановщиком у нас здесь является Диас Бертис. Вообще, если честно, по-моему, не встречал раньше этого имени. Возможно, это первый веб-сериал его. Потому что, все, что я видел в инсте у Диаса, это какие-то конкурсные, короткометражные фильмы, клипы и так далее. Вот. Но, насколько вы знаете, я не знаю, Салем Social Media дает дорогу молодым режиссерам, приглашает их, там, предлагает, может, какие-то проекты и так далее. Что-то я такое слышал где-то. Вот, поэтому... Наверное, вот это один из молодых таких режиссеров перспективных. Что сериал нам расскажет? Вы знаете о чем? О азарте, играх, ставках и так далее. В очередной раз поднимает такую важную проблему в обществе. Это вот игры и эти ставки. И классный главный герой, я очень рад, то что главный герой у нас будет Абиль Мансур, по-моему, он. Интересно будет на него посмотреть. Знаю то, что настроение по ходу сериала будет здорово меняться. Короче, ожидание пока, что это будет топовый крутой сериал. Давайте смотреть. И в конце, как всегда, поболтаем. Извините, если что за такое долгое вступление. Хотелось сказать. Так, субтитры, я надеюсь, есть. Есть что, включили? Хочу сделать ставку. Событие номер 75. Теннис. К этому придем еще, наверное. Прошу прощения. Пошел нахуй! Пошел нахуй, сука! Как ты не понимаешь, сука? Это мой единственный шанс все вернуть, блядь! Только не вздумай меня убивать. И знаешь, что за ошибки наказывают. Вспомни, как я помог тебе, блядь! Не надо! Мужики, блядь, не надо! Мужики, не надо, братан, я понял, я поставлю бабки! Все нормально у тебя будет, чё ты? Пьяный как дурак, на твой номер пришел, тебя из компромат. Снова обещаю, что я изменюсь. Точка невозврата. Я снова оправдаю себя без адвоката. Ническая атака. Ведь я у аппарата. И я в нем сегодня утону. Я спускаюсь медленно ко дну. Коротенькие титры. Мне всегда комфортно тому. Сейчас гуглю рэперу Даш, по-моему. Так, короче, придем к тому, что мы видели в начале. Жағдайымыз дұрысталғанша деп уақытша балалар үйіне берді.
Очень круто то, что сейчас начали писать субтитры. Human Bardetar. Ставка, деген. Талғар жақта кішігірім. Өзіміздің үйіміз болған. Ойналаңыз, бәр жақсы болған. Бұл Данияр. Даниярдың құрылыс компаниясы ала аласа біздің фондға спонсор ол. Күйеуіңіз көмектеспеймін? Сол күйеуімнің кесірінен үйімізді тартып алды. Үйімізді тартып алғаннан кейін өзі жоқ болып кетті. Өлі ме, тірі ме, білмеймін. Мертв, наверное. Деке, презентация готова? Я на перекур. А, да, конечно. Сол күйімнің кесірінен үйімізді тартып алды. Сноси нахрен эту презентацию! Вот она. Прикольно сделали то, как к нему пришла идея. Как он среагировал. Это же этот, Чупа-чупс. Таник? Ебать! Да ну нахуй! Бля, Даник, сколько лет, сколько зим! Бля, ты вообще не поменялся, нахуй! Ты чё такой, бля? Не ори, а? Бля, мы же с тобой с района не виделись! Ебать, ты вообще не поменялся, сука! Красавчик родной! Бля! Давай. Ебать, я пойдем, так рад тебя видеть, пойдем, братан! Отойди, мы пойдем. Сейчас я этот документ издам, кит-хамаш заебал! Кэс, братан, я пройду? Да? Спасибо. Ты чё, братишка, охуел, Ты чё, братанов позвал, а? Заебал. А кто такой, нахуй? Кто такой, нахуй? А ты руки убрал, Царь, пошли, 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 побрал, сука, я сказал тебе, пообщаемся, нахуй. Пошли, пошли. Ты чё, охуел, что ли, а? О, сука! Данияр, Данияр, подожди! Чего? Остань! Данияр, блюдо, Данияр! Все, хватит! Че там, Даник, как ты? Блядь, я заебал, успокойся нахуй! Не на районе же, блядь! Че ты так? Че там, классен? Я вообще в ахуе, что вижу тебя! С тех самых пор я тебя не видел! Я думал, ты тогда сел! Кадры. И заебал, давай ему, Дима, о прошлом, а? Да. Джерри, ты хочешь? Так сам. Менде сол бәрі. Кайф, қой, білесің ғой. Движ, Миш, Париж. Бля, қойшы, заебал, қойшы, дедім ғой саған. Да ладно, братан. Я пиздец рад тебя видеть. Давай где-нибудь посидим, пообщаемся. Бля, все-таки столько не виделись. Ну, давай, ладно. Че, брат, чем занимаешься? Да ничего, нормально все. В офисе, в строительной компании, в отделе соцпроектов работаю. Жена, семья. Сам чё? Да. Возражу, брат. Да ты заебал, Алибек, блядь. Ты со мной общаешься или с экраном, нахуй? Вы же шахр волна не стеутся не, блядь. Брат, ты чё кипишуешь? Успокойся. Сейчас я подберу нихуево событие. И замутим с тобой нихуевый вечер. Ты вообще выигрываешь, а? Ну, вообще, в общем, я в плюсе. Это как дополнительный доход. Смотри, брат, Лига Европы. Бля, хочу на Динамо Киев поставить за победу. Чё думаешь, есть мнение? Бля, не знаю, против Копенгагена датчане тоже не слабы. Мне кажется, ничья бы. Думаешь? Не знаю, просто кажется. Ты что, сам не мажешься? В смысле, не мажешься?
Бля, в смысле не ставишь? А, да нет, ты что, не ставлю? Я так чисто. Попалить? Ебать, попали... Даня, прикинь! Они что, 4 кэфа дают? В смысле? Что за 4? Ну, в смысле, братан, если я десятку поставлю, и ставка сыграет, и... Эй, ебать! Даня! Давай я десятку, ты десятку поставим. Эй, братан, если выиграем, 80 тысяч выиграем. Посмотрим, насколько ты фартовый. Давай, давай, ладно. Ты хорош, блин. Десятку же он вставил. Десятку, десятку. Гол! Гол, бля, Даник! Даник, сука! Красавчик, 80 тысяч, брат! Тихо, тихо, бля, что, как ты это сделал, сука? Ты пиздец, блядь, шаришь, Даник! Гори, сука, пиздец, ты фартовый, нахуй! Алло? Саня? Да, Глюш? Да, все хорошо? Да, нормально все? Я уже спать собираюсь, ты где? Да, после работы просто друга встретил там. Сейчас с ним сидим вместе. Сказал, да, подожди, подожди, ты прям. Да, да, нормально, все нормально. Точно все нормально? Нормально, нормально, все, не переживай. Саньяр. Сейчас приеду, да. Хорошо. Давай. Что тебе? Чего он хочет, а? Да, братан, сейчас, подожди, на. Вот тебе все. Рахмет, от души. Бля, спасибо. А, ладно, этот. Че это поздно? Домой, на. В смысле поздно? В прямом смысле поздно? Жена ждет дома. Бля, Таник, задержись немного. Сейчас экспрессов подберем. Э, бля, братан, все-таки сколько с тобой не виделись, да? Да, понимаю, брат, просто утром на работу надо. Серьезно, поздно уже. Бля. Отпускай, отпускай. Ты что, так просто кента кинешь? В смысле кента кинешь? Ну. Бля, в смысле, Воланда. Понимаешь, проблемы, братан, с деньгами. Ашығын айтқанда, бля, көмегім керек. Капец, ты на покер ставишь. Возьми испанскую Севилью и Эмилию из АПЛ. На Наполе не ставь. У них тренер в этом сезоне не посчитает. На них лучше не ставь, у них защита дырявая. Ага, понял. Ебать! 160 кэф! 800 штук выиграешь, брат! Да, алло. Алло, Даник. Прикинь, ебать, тот экспресс, который ты вчера поставил. 10 из 13 событий уже выиграли, братан. Ебать ты, сука, мост, Даник, слышишь? Бля, братан, выиграем 800 штук. Угу. Бля, я сплю, заебал. Я заебал. Проснись, проснись, ебой, Даник. Бля, сейчас проснись, ты катаешь. Ладно, давай, братан, я тебе еще наберу, хорошо? Будь на связи. Угу, ладно. Пипец, он фартовый. Видите наше положение? Мы же стараемся каждый раз вам оплачивать вовремя. Просто в этом месяце продажи хуже. Ну, я все прекрасно понимаю. Ну, вы и так задолжали за прошлый месяц. Давидыч! Здравствуй! Здорово. Можем поговорить? Давай. Я этот... Насчет денег? Данияр. У вас срок сегодня по оплате за магазин. Если не хотите платить, то я найду других. Восточка. В центре. Бабая. Доходная. Да я все понимаю, конечно. Но я же не говорю, что я совсем не буду платить. Ты мне дай время до завтра. Я тебе сам лично привезу деньги. Данияр. Я с тобой работаю только из уважения к твоему отцу. Завтра? В полдень. Сколько у тебя есть? 250 только. Да, у меня тоже. Так. Ладно, деньги я найду. На работе еще должны аванс дать. Либо займу у кого-нибудь. Хорошо, что ты подключился. А то я уже не знала, как с ним разговаривать. Следи ко мне. Этот, кстати, если еще раз придет, сразу мне звони, ладно? Может, отцу позвонишь? Да нет, ты что, гонишь, что ли, Жан? Ни в коем случае.
Ладно, прости. А я думал, начальник какой-то. Мы семья. Мы сами решаем свои проблемы. Не звони, ничего не проси, ладно? Поняла? Ладно. Мы рассматриваем фонд Бебит и хотим предложить им спонсорство. Нет, ты конкретно скажи, молодой на что пойдут наши деньги. Молодой и старый шалкаш встретились в одном кадре. В одной сцене. Матерям одиночкам и многодетным семьям. Карат, благотворительность, социальный статус – это понятно. Но что еще это нам дает? Это имидж, доверие. Ты уже об этом говорил. Харит Эмирович, позвольте продолжить. Да, конечно, Данияр, продолжите. Благотворительная деятельность поможет нам сэкономить средства за счет оптимизации налогов. Более того, это решает основную проблему самих нуждающихся. Этим семьям будет где жить, если мы построим для них общежитие. Хорошее предложение. Данияр, во-первых, нам нужно знать точно, что за объект. Во-вторых, конкретные цифры. Да, хорошо, конечно. План я подготовлю к следующей встрече. Не подготовят. Хорошо. Харит Эмирович, руководство все одобряет. Я могу рассчитывать на вас? Не, ну подожди, ведь даже бумаги нигде не подписали. Так? Так позже. Позже это обсудим. Молодец. Работай. Далее. Слушай, Дани, давай сегодня у меня забьемся, пивка попьем, крайний матч посмотрим. Бля, братан, по-моему, там победа ЖБ. Долбоеб, судья! Там даже желтый не было. Пись. Вовсай, цельбал, блядь, долбоеб, что ли? Во-во-во, вот так вот, давите, блин, можете же! Сука, штрафной! Бля, недалеко можно забить. Бля, 5 минут продержись, 5 минут, бля. Давай! Yes! Да, сука, да! Да! Бля! Даник, сука, красавчик, брат! Бля! Что-то радость. Пиздец, мозг, братан! Ебать, бля, прикинь нас. Все 13 угадал, бля, могу, да, это сука, что-то? Бля, братан, ты прикалываешься, это твоя тема! Даник, ты мозг, понимаешь? По такому поводу? Че так? Да не, брат, ты че, я пас. Тебе, братан, я же не прошу тебя прям накуриваться. Чисто по хапке. Охуенно, да? Ебашь, 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 нормально. Как? Сейчас посмотрим. Таня, братан. Чего? Там твоя братишка беспредельно собирается. Чего? Твоя братишка беспредельно собирается, говорю. Эй, чё сидишь, Альбек? Пошли. Эй, ты чё, братишка, охуел, э? Ты чё, братанов позвал, а? Заебал. А кто такой нахуй? Кто такой нахуй? Подай мне ручку, брал нахуй! Царь, пошли, пошли нахуй! Пошли, папа, брал! Сука, я сказал тебе, пообщаемся! Что нахуй? Пошли, ты что, борзый, что ли? Нет, да нет, подожди! Чего, отстань! Ты что, охуел, что ли, а? Сука! Понятно, 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 понят
Все, хватит! Брат, все, Болдер, мой, мой Болдер, я всегда. Фахсер, я вас это боюсь. Все, Берри, все, хватит. Все, мой Болдер. Одной клубу. Вау, жив. Если б не ты тогда, я бы здесь не стоял. Да завязывай, брат. Хуйня вот. Не, я серьезно, брат. До сих пор не могу забыть эти ощущения. Знаешь, какой-то неуправляемый зверь во мне был. Если бы тогда ты меня не остановил, хуй его знает, чем бы это все закончилось. Братан, главное, обошлось же все. Ахмедсон. Брат за братова. Этот, Таник. За выигрышем сгонять. Да. Давай только пишем, да? Давай на тачке. Ты что, бля, гонишь, что ли? Я же только что курнул, бля. По мелким улицам доедем до букмекерки. И все. Играет музыка боя, я под обстрелами ноя. Увы, мне нечего дать, кроме себя на потрать. Смотри, какой тут закат, тут от заката пизда. Атрофируем мозг, давай умрем по народу. Чтобы лопнули стены, мы в параллельной вселенной. Чтобы кровь жад, а ты такая ж пизда. Ты тупейший юмор, да-да, когда текли как вода. Блять. Старший лейтенант Ибраев, документы предъявите. Да, конечно. Анангл. Досмот. Наспе. Я кишкене шкенцу, он ее не опорожит. Ты сам пил? Нет, конечно. Быть смешно. Ну-ка, вдохни. И что ты накидываешь, а? Ты же пьян. Да не пил я, братан, ты что? Подожди, не трезвый, блядь. Хайрамбаев, протокол неси. Подожди, подожди. Эй, подожди, успокойся. Давай решим, друзья. Сколько ты хочешь, блядь, скажи. Что, решим, как подруга? Как не решим? Как не решим? Это Даня? Нормально же? Не, нормально. Что случилось? Нормально все. Ты сядь, Алибек, в машину, я сейчас разберусь. Нормально все? Эй, не потеть им, мусора. Эй, ты его сейчас успокоишь? Или я его упакую сейчас? Все, и кого сейчас, ты там упакуешь? Эй, не сесть, Алибек. Маконы, сними нахуй, давай пообщаемся. Алибек, что он сотворился? О, бежать, нет, сука, бежать! Пьяный как дурак, на твой номер пришел, у тебя есть компромат. Я снова обещаю, что я изменюсь, точка невозврата. Извинки со вчерашнего. Это уголовное дело, а не извинки. Я почти уже все решил. Долбить, выпрашивать свои же папки! Понял я, понял, что ты орешь? Сможешь одолжить денег до конца месяца? Таник, ты же знаешь, мы с вагоном. Сколько надо поднять? 1,5 миллиона. Ты пошел нахуй со своими понятиями. Такс. Ну чё, неплохо, неплохо.
понятно, конечно, к чему все это приведет. И уже можно было предугадать в каких-то местах, типа, то, что там этого не произойдет, каких-то его вот обещаний, что у него проблемы с деньгами будут и так далее. И вот что забавно, он ведь помогал вот как раз-таки женщине, и она говорила про эти ставки, и он все это слушал, и также писанулся на это. Ты же вот только что все это видел. Вот же пример был. Ну, его это не остановило, конечно. Вот. Интересные ходы по съемке, по монтажу. Просто ускоренные моменты, конечно, были там. Ну ладно, это не так важно. Быстро увидели мы друга, который его втянет в это во все дело. Не знаю, может, можно было чуть попозже задействовать его друга. Но решили прямо вот с первой серии. Да, в принципе, тоже нормально. Вот. Слишком такой бурный на движнике. Все что-то, да, что там, кого, давай, увидимся. Ну и, собственно, конечно, да, он ставочник, ля-ля. И его вот не остановило. Ну, то есть, он не хотел вписываться поначалу. Но вот то, что еще за какое число забавное, да, все 13 ставок, 13. Самое счастливое число. И все они выигрышные. Это насколько нужно быть фартовым, чтобы так вот все это знать, шарить во всем этом. Так четко выиграть, фиг знает. Что за парнишка, который там просил бабки, ну, мужичок, вообще не понял замут. То, что они вроде как положили 20 тысяч, а использовали кадр с 50, который мы уже до этого видели в начале в титре. Ну вот это тоже что-то как-то, как будто чуток промазали. Вот. Все у него хорошо, в общем, в плане ставок. Тут еще оказывается у жены магазин, и там надо платить, короче. И вот мне казалось, вот она проблема, но это одна из проблем, где нужны бабки, типа. Повторюсь, я думал то, что он вообще начальник, а он, ну, обычный как бы офисный клерк. И денег у него, конечно, не так много. И сколько там надо за аренду, вообще фиг знает. Попытался он проявить себя на работе. И видно то, что, ну, он вот, у него есть перспективы, рост, то, что он вырастет и станет хорошим начальником, да, или, может, замом. Хотя фиг знает, по тому, как... Не знаю, короче, этот, что я хотел сказать... Все у него, в принципе, получается, и все хорошо на работе. И пообещал он, конечно, то, что он все предоставит, но этого не будет. Мы это, я думаю, все понимаем. Сейчас у него веселая жизнь начнется. Короче, последняя ставка тоже сыграла. Курнули, выпили и сели за руль. Ну, камон, почему этот человек так легко слушает своего друга, ведется на все там. Типа, да нормально все будет, заебал. Да почему? У него же, он же уже взрослый, видно то, что он повзрослел, уже серьезный человек стал. И вот так вот в легкую, спокойно соглашается. Ну, голова-то на плечах у него должна варить. Не знаю, короче. Короче, это было ошибкой.
И как назло еще мусора попались, пустая дорога. И вот только их тормознули, считай. Да и вылез еще не вовремя. Почти только договорился. Ну там реально, там этот, договорятся, наверное, этим бабки надо будет откинуть. Еще за магазин в итоге. Ну пипец, он попал, конечно. Как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание, всем пока. Check it out.